Смотрите, друзья, внимание, время наше стекло. Сейчас показываю. Во-первых, помните этого Штирлица? Как он говорил, последнее запоминается лучше всего. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Закончилось 2 часа нашего общения, еще несколько минут сверх того. Итак, вот это то, что поможет мне продлить наблюдение. Вот мне чем понравилась Исаева, доктор наук Исаева, Ирина Сергеевна, и она сделала половину того великого открытия, вторая половина моя. Ну, уже не буду расшифровывать эти слова. Величайшее в мире открытие, которое, за которым следует практически эти экономии миллиардов рублей и прочее, прочее. Вот то мировое открытие, да? Вот. Но дело в том, что мне она мне понравилась больше всего в рассказе Курдюма Вани. Она наблюдатель. И я такой же наблюдатель. Я могу вырастить необычное дерево, могу какие-то выводы сделать. Но нужно повторить тысячекратно, а некому. Никто это самое. Ведь тот же самый совет я услышал от самых крутых садоводов, кто со мной общался. Все-таки скрещивайте и выращивайте скотч. Это бесполезно. Ну как объяснить? И вот что надо, чтобы мне прожить еще несколько лет и, может быть, додолблю с вашей же помощью. Смотрите, первое. Вот. Мне надо как-то выживать. Сафронов, который сейчас тратит 4 года, все понедельники тратит на с вами. Вот. Перед этим он все что-то там регулировал, что-то это. Понимаете? Вот это у нас осталось 40 таких пакетов. 40. Они стоят по 500 рублей. Это лучшее, что мы придумали, а это действительно лучшее. Это не вот эти сопли выдают за ленту, помните эту сантехническую? Она вот, смотрите, ну, сопли. Вот, а настоящие. Их 40 штук. А впереди привозящая компания. Ну, кое-как распродадим, но дальше-то что? Делать следующую партию или нет? Это раз. Дальше. Вот. И призываю эти купить. И мне надо знать. Единственное, для смеху скажу. Жители Швейцарии. Привет. Чуть не скажу земляки. Но россияне. 10 лент, 10 пачек таких купили. О, рекордсмены. 10 штук купили. А живут в Швейцарии. И садоводство будут поднимать для Швейцарии. Дальше. Значит. Вот этих было 20 тысяч. 200 тысяч я потратил на них. Продаю вот по 100 рублей. Но я прикинул, лет 200 мне надо, чтобы вот такими темпами росло. Лет 200. Нету 200 рублей. Вот. Купил кто-то пачку там, допустим, со скидкой большой. Вот. Всем на 8 марта, всем на 23 февраля. Это же подарок. Это не то. Меня опять надарили. Чего мне только не надарили. Оно мне надо. А вот это вот действительно вещь. Вот такие. Всего-то 50 рублей, если 4 штуки купили. Вот. А если больше, еще будет скидка больше. А если одну, правда, 100. Но все равно бутылка пива. Вот это вот, как мне 200 тысяч-то вернуть-то? Если я вернул, хорошо, если 1003. Вот. А мне надо еще жить и наблюдать. Дальше. Вот это вот подарочная книга. Видите, да? То, что на экране, это не она. Вот она. Она дорогая, она твердая обложка. Она стоит 1400 рублей, 1300. Не я цену устанавливаю. Я автор, но это то же самое, что на Пушкина обижаться, что его стихи стоят там, допустим, книги 500 или 1000 рублей. Вот. Да я такой же Пушкин. Я только автор. Но какая-то доля моя. И, пожалуйста, если есть возможность. А что я уговариваю-то? Все. Их осталось... 4 штуки оставляю Путину и прочим премьер-министрам. Их осталось 3, по-моему. Это зря я рекламирую. Ладно. Больше их нету. Тираж такой маленький, что это раритет. Записки садовода. 2 мировых открытия. 2 Нобелевские премии. Но таким простым языком, ну куда уже? Уже проще не бывает. Это как раз даже детей можно в 3-м, 2-м, 5-м классе объяснить, и они поймут. Не понимают только академики. Ну, почему?
Вот. Я потом расскажу про этот случай, как несколько месяцев кто-то изображал меня на сайте приусадебного хозяйства, журнала, тогда популярного. Моя фотография и от моего имени такое молол. И вот только когда Александр Ребек, Александр Алексеевич, главный редактор, когда мне печатали, да, это вы, по-моему, сказали, что московские ученые железу считают проходимцем. Да действительно, ведь там же печатались академики те же самые. Вот. И там такая ахинея я нес, якобы я. Такую ахинею. Мне потом люди звонили, писали, присадили. Это не железом. Прекратите, вы что, позорите человека? Я, наверное, тогда-то и заработал славу-то проходимца. Теперь, кому нужны эти самые? Здесь столько самой ценнейшей информации, и ни один человек, ни един, ни разу, ни это, даже те, кто меня ненавидят искренне, ни разу не сказал, что здесь что-то не так, что это чепуха. Хотя здесь полностью противоречит всему, что сложилось в современной агротехнике. Не просто по-другому, а наоборот. Вот. Ну что еще сказать? Теперь смотрим на экран. Новая книга, внимание, тайна раскрыта. Вот это новая книга. Смотрите внимательно. Начинается сбор средств. Но сбор средств будет чуть-чуть позже. Так, а перед этим просто тот, кто заплатит, он гарантированно ее получит, вот эту книгу. Вот. Это не шутки. Смотрите внимание эти самые. Потом можете специально посмотреть их содержание. Толстая-толстая книга. Здесь все. Вот. Что вам надо знать, друзья. И не только вам. Это мы ее можем подарить детям. И можно подарить друзьям, даже врагам, и они станут враги, которые вас ненавидят, взяв у вас из рук эту книгу, станут вашими лучшими друзьями. Вот они тайны, вот они. Представляете? Все. Собираем средства на печать новой книги. Садоводство для избранных судьбой. Тайны плодовых деревьев. Книга будет в твердом переплете. Ну, в общем, 300 страниц – это не шутки. Сейчас она находится в заключительной стадии редактирования. Содержание, приближенное к окончательному варианту, приложено. Ваши пожелания и предложения приветствуются. Ранее мы успешно издали две книги. Ну, вот я вам показал их. Теперь эта книга будет стоить 700 рублей. 200 рублей пересылка. Докладная бандероль. Вот. Другие варианты доставки уточняйте. После издания стоимость будет больше. Это вот сейчас кто закажет, кто заплатит, не мне, а Павлу Троценко. Он молодой, я завтра, сегодня жив, завтра не знаю. Вот. После издания стоимость будет больше. Возможно, варианты со скидкой 5 штук 3200. 10 штук еще сильнее. Скидка 15 штук еще сильнее или оптово с автографом автора 1000 рублей. Вот. Это то, что сейчас пойдет через него. Я, кстати, четко говорю, вот это со мной не согласовывали. Ладно, меня тогда съедят. Помните, я отмах говорил, что я автографами торгую. Ну-ка, вспоминайте его. Копейку хоть с вас взял, вспомните. Вот. Клянусь Богом, ни копейки, и вы подтвердите. Я с вас не взял. А вот что дальше? А с другой стороны, соблазн. Мои автографы когда-то станут этими мировыми бестселлерами. Также вы можете поддержать проект покупкой брошюры. Я вам уже показал эту брошюру. Садоводство в 21 веке. Полезный подарок вашим друзьям, знакомым. 4 штуки 200 рублей. Так, то есть по полтиннику. 10 штук 450, то есть еще 45 рублей получается. 20 штук 850, еще дешевле. Вот так 20 штук купил, ну шутка 850 рублей. Пару бутылок водки. То есть сколько можно надарить друзьям, вместо каких-то ерунды. Вот. Все вопросы. Павел Троценко. Это его группа. Так, вот она. Сейчас заходить туда не будем. Сами, кому надо, зайдете.
Телефон. Вот его телефон, так, WhatsApp, Telegram, вот он. И я его, это лично моя инициатива, он хотел на первом этапе, чтобы человек позвонил, поговорил. Я говорю, потом на другой день он просто не станет покупать. Есть такое дело. Я помню, когда мы с Антоном Валерьевичем, тут ничего нет, никак чего шкурного. Мы с Антоном Валерьевичем однажды впервые в жизни взяли мой каталог, разместили на его группе, а там было несколько тысяч человек. Сразу пришло, ну так, заказов не стало, от 200 до 300. А я не мог, а тогда заказывали, знаете как? Две косточки абрикоса такого, три косточки сливы, пять семечек груши. Я, сцепив зубы, вот таких заказов выполнял, лишь бы деньги платили. Вот. Потом я свел все это так, типа, давай суммировать, чтобы не по десятку, заранее уже это, чтобы время. Ну, короче, пока я выполнял первую сотню заказов, вторая и третья сотня, уже успели раздумать и забыть про меня. И когда время шло, а я же не мог сразу столько. А я тогда в очереди стоял, вот и сейчас там через очередь подаю там 5, допустим, посылок. Было. А тогда я стою, а тогда же по 10 день делал сам лично. До 7 не спал. И пока я стою, очередь злобная вырастает до 30-40 человек. Вот. Поняли, да? И вот пока я эти первую сотню оформил, вторая, третья сотня исчезли навсегда. То есть я потом, например, все, пришла ваша очередь, пожалуйста, вот заказ ваш принят к исполнению, пришлите там пару тысяч, только а в ответ тишина. Только рельсы усталые стонут. Поэтому я сказал так, это не это. Ну, тут нет никакого лицемерия тут. Я просто говорю, вот Сбербанк, вот кто хочет книгу, само собой нужно свои данные сообщить Павлу Троценко, так, и мне. И на этот счет выслать деньги. Вот на эту номер карточки. И, наверное, еще и на телефон можно. Вот еще надо бы уточнить. Ну, в любом случае, на то и телефон, чтобы связаться. Все. И тогда вот эта книга, тут все закончили мы. Тогда эта книга будет ваша. Потом второй этап – это подписка, это уже для чужих. Кто-то где-то случайно, вот знаете, что такое подписка, увидит и скажет, а рискну-ка я, а может правда там что-нибудь путнее. А где-то я слышал фамилию Железова. Вот. Но вы-то свои. Поддержите, ребята, чтобы хотя бы денег хватило на издание, на это. Я ему говорю, давайте сделаем так. Свои закажут книгу. И чтобы уже типографию оплатить. А прибыль, если когда-то будет, это уже следующий этап. Дожить бы. Вот все, что я хотел вам сказать. Занял лишних 13 минут. Как мог, объяснил. И еще мой брат, родной Юрий Владимир Железов. Вот это вот, пожалуйста, про книжку, начиная отсюда. Вырежьте, пожалуйста, придумаем звучное название. Вот, разместим везде, где только можно, уже в виде ссылки. Чтобы как можно больше людей увидели. Вот. Потому что нигде на всей планете, если считать вот эти две книги, вот, и плюс вот это, нигде нет ничего подобного, даже близко нету. Вообще нет ничего такого, чтобы сравнялось с этим. Здесь же праздник, не работа, а праздник. Если человек откажется, вот видите, прежде всего, секатора, он не просто 1000 рублей сэкономит, он несколько лет сэкономит. Так ли? Он значит, что такое механическое несовместимое, биологическое несовместимое, метод настроения ментора. Если это мой термин, откуда он может знать, где, когда, ни в одной книге. Ой. Так, ладно. Разговорился я, время мое истекло. Мы переходим на второй этап. Это письма, вопросы, ответы. Сейчас зайдем туда. Я пошел на 5 минут. Чай давно кончился, попить чаю.